Между прочим, исследования показывают, что 90% лучших сотрудников на предприятии имеют сильный эмоциональный интеллект. И здесь я, конечно, начал задаваться вопросом, а что это? Тем более, что ученые Гарвардского и Стэнфордского университета выяснили, что гибкие навыки – это 85% успеха человека в профессии. В общем, я с тобой согласна. Непонятные какие-то слова, но у нас есть специальный человек, который нам все это простыми словами объяснит. Профориентолог Лариса Изюмко. Доброе утро. Доброе утро. Что такое эмоциональный интеллект? Звучит, как две абсолютно разные области, которые смешали в одну плоскость. Интеллект – это что-то про разум, про четкое, эмоции – это про что-то чувственное и иррациональное. Вот и все. Как это смешивается? Как это вот внутри-то вот это? Что это? Вот непонятно? Что такое вообще эмоциональный интеллект? Это навык. Это один из гибких навыков, софт-скиллов, которые необходимы любому специалисту для любой профессии, где бы он, чем бы он не занимался. Угу. Почему вот такая статистика, что 85% успешных людей, да, это именно люди с развитыми гибкими навыками. Сегодня работодатель, да и не только сегодня, грамотный работодатель, он сосредоточен не на цифрах, он сосредоточен на том, как же эти цифры-то улучшить. И здесь большее внимание он уделяет процессам и команде, состоянию команды, настроению команды. И команда более эффективна та, где у сотрудников развиты гибкие навыки. И в том числе один из этих навыков – эмоциональный интеллект. Что это такое? Эмоциональный интеллект – это способность человека распознавать свои эмоции и эмоции чужого человека, то есть эмоции человека-оппонента. Мы же все между собой друг с другом общаемся. И тот человек, у которого более развит эмоциональный интеллект, который умеет им управлять, он и управляет ситуацией. То есть мы эффективны тогда, когда мы умеем управлять собой, когда мы чувствуем эмоцию оппонента, тогда мы и ситуацию можем повернуть в ту сторону, в которую нам надо. Да, вот я как раз-таки на самом деле, когда задумывался над этим вопросом, не учел тот факт, что ты работаешь не один в коллективе, у тебя есть коллеги, и часть эмоционального интеллекта – это в том числе вот навык, когда ты сможешь распознать и почувствовать другого человека. Чувствую, и с этим поработать. Сомнения внутри тебя. Никаких сомнений нет. Плохой эмоциональный интеллект, еще бы больше. Даже если вы работаете один, вы в любом случае работаете с самим собой. И свою эмоцию тоже нужно понимать. Вообще, практика показывает, очень мало людей умеют чувствовать свою эмоцию и ей управлять. Эмоцию надо почувствовать не тогда, когда уже меня взрывает, например. Да. Хотя, как вы думаете, бывают плохие эмоции? Не бывает. Не бывает. Правильно. Почему? Эмоция, что такое эмоция? Это индикатор. Эмоция – это реакция. Эмоция – это вот, я называю это некий светофор. Это показатель вашего состояния на ту или иную ситуацию. Например, вот эмоция удивления, что это такое, к чему она нас... То есть каждая эмоция, она нам дает сигнал к какому-либо действию. Вот удивление – это сигнал к чему? Удивление – это... К тому, что мы не ожидали, да, то есть не прогнозировали. Есть вещи, которые мы не готовы были увидеть в данную секунду. Да, это познание эмоция к познанию, эмоция к обучению, да, эмоция к тому, что мне что-то нужно узнать. Да, то есть эмоция – вот это момент, когда что-то пошло со мной не так, либо в хорошую сторону, да, либо что-то меня триггерит. Гнев. Вот гнев, что это такое? Это ощущение несправедливости. И несогласность с тем, но, что происходит. Но опять же, с твоей точки зрения, несправедливость. Вот, правильно, правильно. Гнев – это нарушает мои границы. Нарушает мои границы. Но гневом тоже можно управлять. Любую эмоцию нужно разложить на три составляющие. Вот давайте представим ситуацию. Пришел коллега. Вот мы все пришел сидим. Чисто теоретически вот коллега. Пришел чисто теоретически коллега. Коллеге нужно срочно сдать какие-то данные, сделать какой-то отчет. Так. И вы ему должны подать дополнительные данные, чтобы он их внес, чтобы он их внес и обработал. Пожалуйста. Ему это надо сделать срочно. У Сейчас. Него горит.
И он начинает как разговаривать? Вот у него горит, конечно, на повышенных тонах. Нет, либо сдержанно и спокойно, но да так, чтобы... Да ты чувствуешь в этой интонации человек понял, конечно, конечно. Пожалуйста. Что чувствуете вы в этот момент, когда коллега стоит? Пусть он немножко сдержан. Ты начинаешь, это раздражение, наверное, на тебя переходит. Ты тоже начинаешь раздражаться, хотя это его проблема, его отчет, а раздражаешься ты. А раздражаешься ты. Поэтому здесь очень важно понять намерение. Что, ну да. То есть... Ты же должна мне данные дать. Так, а ты говоришь, твоя проблема. Вы видите его эмоцию, и что мы чаще всего, мы это чаще всего переносим на себя, что он стоит злиться на меня, да, а у него намерения-то совсем другие, ему надо быстрее сдать отчет, ему нужно, так скажем, чтобы получить выдать тебе зарплату. Галочку, да, в свой послужной список, и у него совсем эмоции-то не на вас. И вот если мы этот момент будем понимать, если мы будем управлять, что можно сделать в этой ситуации? Не переживай. Поговорить, сделать массаж – это хороший способ. Это правильно начали, но немножко другая должна быть манипуляция с этим сотрудником. Нужно перевести его негатив в позитив. То есть любой процесс переговоров, если мы чувствуем, что наш оппонент уходит в негатив, начинает раздражаться, мы его должны перевести в позитив. Как это можно сделать конструктивно? Ну-ка, как? Ну, например... Во-первых, ну, мне не нужно злиться, а сказать, я очень тороплюсь, для меня это очень важно, пожалуйста, сделай то, что ты должна была сделать в кратчайшие сроки. Но вы уже злитесь. Да, что нужно сделать оппоненту? Как можно перевести Ксюше? Мне, как можно Ксюше перевести своего коллегу в позитив? Можно сказать, ну ты какой злой, у тебя какой. Ну, шутка, если вы работаете шуткой, поменять его эмоцию. Если вы работаете давно, вы знаете его фактор мотивации. Например, он очень любит своих детей. Задайте ему какой-то неожиданный вопрос. Кирилл, а чем вы сегодня завтракали? А где ты, куда ты пойдешь в выходные со своими детьми? Переключите его внимание, переключите его в положительную эмоцию. Если вы не знаете, задайте правильный вопрос. Угу. Лариса, это бесконечный вопрос. Да. Я уверена, что и наши телезрители не могут оторваться от телеэкранов. Мы с Кириллом, у нас огромное количество еще не выясненных вопросов. Как? Потому что тут же проблемы. Вот, ну как, да, ну вот, вот же в коллективе. Они, в принципе, ну их же решать на как-то надо. Видно. И хорошо, что вы у нас не в последний раз. Да, мы обязательно сохраним. Будем ждать. И я думаю, что мы продолжим, и мы поучимся, как определять свои эмоции. Это очень сложно. Расскажем в следующий раз.